Ликвидацию последствий теракта в торговом комплексе «Хэппи Молл» провели все силовые ведомства города. В учениях были задействованы специалисты регионального управления ФСБ, МЧС, МВД, а также сотрудники скорой и неотложной медицинской помощи. По легенде, первыми в здание комплекса вошли бойцы СОБРа. Угроза очередного теракта не подтвердилась, после чего специалисты приступили к эвакуации пострадавших и ликвидации последствий. По итогам мероприятия всем заинтересованным ведомствам были даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию навыков борьбы с терроризмом.